Томат интуитивная прозорливость. Вот так он выглядит на кусту. Вот первая кисть, 5 плодов завязалась. Вот такие вот они оранжевые. 2 плодика какие-то уродливые получились. Видимо, махровые цветочки попали. Вот здесь вот кисточки поменьше идут. Этот томат я выращиваю первый раз. Вот такой листочек у него, у этого томата. Ну, по высоте, наверное, 1,80 м. Вот такая макушечка. Так, томат, интуитивная прозорливость. Ну, плодов завязалось немного у него. Вот первые кисти хорошо завязались. Выше как-то ничего особо нет. Маленькие еще там завязи. Попробуем, какой на вкус. Посмотрим на разрезе. Интуитивная прозорливость. Сейчас. Такой вот он по внешнему виду. Так, сегодня рассмотрим, как выглядят на разрезе, и попробуем на вкус томат интуитивная прозорливость. Вот такой вот красавчик. С красной шапочкой, разводами идет. Вот два томатика буду сегодня разрезать. Брать на семена. Семена этих томатов будут. Так, свешиваем каждый томатик. Значит, это 185 грамм. Так, этот, ну, 187, примерно один вес у них. Так, разрежем, посмотрим, какие они на разрезе идут. Вот такой вот. Как бы биколора особо не видно на разрезе. Серединка потемней. Течет томат уже. Сейчас другой томатик разрежем, посмотрим, как он на разрезе будет. Так, интуитивная прозорливость мы досмотрим. Ну, прямо сплошная мякоть. Ну, красивый на разрезе смотрится, красиво он. Не знаю, как я семечки найду. Вообще что-то семенных камер вообще не видно. Вот такая интуитивная прозорливость. Сейчас на вкус попробую. Сорт я выращивала первый раз. Вкусный. Кое-как на фрукт похоже. Даже не подумаю, что это помидор кушаешь. Вот, интуитивная прозорливость. Рекомендую. Подписывайтесь на канал «Любимый сад и огород». Будет много интересных еще обзоров томатов.